Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики. Засниму вам такой ролик. Короткометражный, или как это? Вот, дорогие кролиководы, там, кто занимался кроликами. Вот расскажите, почему все некоторые говорят, что невыгодно держать кролик? Ну, смотрите, вот летом, например, надо вода и трава. Ну, если вы еще, конечно, не пожалеете, раздобудете где-нибудь зерна прикупить. Сейчас мы нальем травки. Ну, вот на обочине здесь. То есть трава растет, травы вообще достаточно летом для корма. Пойдем кормить Василя. Как говорится, рекламная пауза. Не забывайте подписаться на YouTube-канал «Желтая пресса деревенский», демонтаж, тренер, расчистка участков, вывоз мусора. Также нам надо вот такую... На эту тачку стартер либо мотор. Может, где у кого есть, пишите, прикупить. Надо на ход ее поставить. Ну что, идем кормить Василя. Травки нарвали. Свеженькая, хорошая вообще. Сочная. Наш такой цветничок мама ведет. Цветы красиво на участке. Кот спрятался. Привет. Доброе утро. Сколько мышей поймал-то? А? Ну, одну хоть поймал за ночь или нет? Вот, короче, своя жизнь идет кипятком. Кстати, самцы есть. Можно или на самку поменяться, либо продать. Может, кому самцы нужны, потому что здесь их 3 самца. Это индюк. Индюк. Северокавказский, наверное, порода. Курочки такие. Курятничек у нас такой здесь. Маленькие есть. Опа. К Василю приходит подруга. Курочка, ряба, убежала. Василь выгребает здесь под этими. Под сюда зерно выгребает. Он же не доедает, падает у него. И все, они к нему в гости ходят. Кстати, удобно так вот держать кроликов, чтобы под низом курочки бегали. Ну вот, знакомься, это Василь. Спасибо Алексу и его семье. Он приехал к нам из Германии. Это чистопородный кроль. Немецкий великан. Назвали его не Василь. Не знаю почему. Вот. Все. Так что приглашаем на случку дам. Белорус. Нам надо, кстати, сейчас белорусочка дама. Воды принести ему налить. Белорусочка дама, чтобы хорошая такая... было, ну, кровь помешать немного. Батька у него 11 килограмм весил. Это еще молодой самец. Проверим, зерно есть у него там или нет. Есть еще в кормушке просто. Здесь вот в кормушке такая вот бункерная у него стоит. Вот можете обратить внимание. Сюда сверху засыпается. И все, надолго хватает. Ну, некоторые он выгребает зерно. Надо проверять. Принесли мы ему свежачка, как говорится. Василь, мы тебе с букетом. Смотри, какой. Любит он эти букеты. Все, погнал работать. Так что вот такой Василь. Осталось ему найти даму сердца. Подписывайтесь на канал. Мы делаем обзор деревенских домов, которые продаются в деревнях. Будем снимать про хозяйство, про сельское. Как, что разводится, про курочек, может, про лошадей. То есть пишите в комментариях, чтобы вы хотели увидеть нас на канале. Вот они, курочки, которые несут домашнее яичко. Яйцо у нас домашнее в Беларуси стоит, ну, средняя нормальная цена 3 рубля 50 копеек. Ну, конечно, зерно уже подорожало для таких хозяйств. Возможно, просто цены еще магазин держит, фабрики. Так бы домашнее яйцо уже дороже стоило. Все, всем хорошего настроения, до скорых встреч. Приглашаем на вязку кролих. Услуга платная будет, если у кого есть самки. Вот такой вот у нас самец появился. Трущит только дай дорогу.
Удобно, знаете, кстати, удобно как? Вот с этой стороны, например, клетка, чтобы вообще пустая была. Вот Василю, например, нарвали травы, ему как бы за раз много эту всю траву отдавать. Можно бросить сюда на сетку, она сверху продувается, снизу продувается, трава просушится. Это пусть как бы это доедает. А потом пришел, когда дождь даже. Свежую не надо рвать, когда дождь на улице, мокрую не давать. Отсюда с клетки перекинул сюда, да и все. Скажи, Василь, на тебе еще дуванчика. Как-то так. Кстати, опад яблоки тоже очень хорошо идет в корм для кроликов. То есть вот эти яблочки, опад. Все собирается, все Василь съедает. Нормально он трущит их. В этом году яблоня уродила. Так что мы в этом году с яблоками. Такой у мамы огородик, щавель, петрушечка, укропчик. Цыплятки здесь маленькие такие, маленьких кур. Ну и огурец, смотрите, уже огурец у нас полностью, полным ходом. Мы его уже давно и закатываем, и употребляем в пищу, то есть огурца вообще достаточно. Свеженького всегда, чик огурчика. Не забывайте подписываться на канал. Рекламная пауза. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Все, до скорых встреч, дорогие друзья.